Влад, там... Крэзи бой. Мы, в принципе, с этим согласны. Вам оно нравится? Да. Да. Ну, хорошо. Влад, это безусловно. Воистину крэзи, да. Ребят, не знаю, с чего начать. На вас, во-первых, просто приятно, по-хорошему, поверьте, по-доброму смешно смотреть. То есть вы профессионал в своем деле, но то, как вы выглядите, это соединяет в себе два жанра. Вот даже сейчас, извините. Я не могу. Саня, он такой вот жизнерадостный. Вот глядя на него, невозможно не улыбнуться. Человек позитив. Я даже не могу стянуть сейчас улыбку. Да не надо стягивать, нормально, тебе идет. Я ему помогу стянуть. Вот она, настоящая, да, дружба. А Антон, это для меня артист вообще особенный, с большой буквы. То есть даже если ты выйдешь на сцену и будешь просто стоять, даже... Ты уже победитель, понимаешь? С этой прической немножко Франциско Гомеса я даже вспомнил. Вот, и за это спасибо. Ребят, очень талантливо. Что-что? Мы старались. Очень талантливо, очень музыкально, как всегда, харизматично. И сегодня в финале, наконец, мы раскрыли вашу тайну все-таки, что вы не только талантливы, но еще и с Луны. Да. Браво, я поздравляю вас с удачным выступлением. Молодцы. Спасибо. А чи отримаєте двоє астронавтів винагороду в 1 мільйон гривень, титул найталановитіших в Україні, маєте вирішити саме ви. Без ваших голосів вони на перемогу можуть навіть не сподіватися. Тож голосуйте за Антона і Олександра, надсилаючи смс з кодом 09 на номер 7766 після останнього фінального виступу. Пам'ятайте, ваш голос дуже важливий, кожен ваш голос. А це були Антон Каргатов та Олександр Тулінов. Ми любимо вас!